Давай попробуем объехать. Как я говорил, были дожди. Антоха первый поехал, утонул. Но думаю, я поеду. Буквально проехал метр. И все, ребят, потихоньку пробовал. Но с занижением колеса крутят. Сейчас у меня получается, я уже сел на мосты с такой грязью. Ну, очень скользко. Не зря шли. Хорошие дожди, не зря. Обалдеть! Вот вам песок. Вот видите, здесь понижайки не хватает. Но тяжело ей. То есть приходится сильно газ давить. Ну все. А вот это место интересно. Сверху типа ила, такого скользкого, а внизу песок. Начинаешь колеса крутить, и все, и садишься просто. Пробуем вытаскивать. Протекторы очистили от грязи. Напомню, самоблок и 100% сзади. Вот мы едем спокойненько. Все. Свалился. Да, ты свалился. Мне кажется, здесь даже если резину травить, оно не поможет. Да, с травленной резиной. Давай, поехали ходами. А ходами получилось. Да, ходами интересней. Давай, вот здесь вот, а то. Вот здесь вот, давай. Давай потихоньку поехали. Вот, видишь, верхний слой ила, видишь? Он по нему буксует. И все, он не едет просто. Давай оборота. Да или назад пробуй. Ну, пока нет. Теперь да. Теперь все, утонул. И вот в этом случае только лебедка самый лучший вариант. Вот, все, ты на мосты сел, Антох. Да, только лебедка. А вот в другом случае что делать, когда лебедки нет? Так вот в воду засядешь. Это же надо
полностью под днищем что-то освобождать. Пробовать домкрат, что-то ну, говорю, это столько мучений. Домкрат будешь подставлять, домкрат будет тонуть. Ну, короче, это секс. Это на день. Секса на день получается. О, Дастер у нас. Дастер у нас. Решил поехать. Результат один и тот же. Дергаем. Дастер, чтобы прошел ходами. Ай-яй-яй-яй, закидал, закидал. Че, вы дергаете опять? Смотри, смотри. Помощники. Давай, давай, пап. Нет, попробуй вперед чуть. Чуть-чуть. Нет, все, хорош, хорош. Красавчик. Федь, вон туда проезжай, Федь, дальше, 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 дальше. Я уже, по-моему, никуда не хочу. Нет, надо назад, пробуй назад, Федь. Электронные помощники, ребята, это вещь. Вообще вещь. Ты смотри, как работает. Зачет, Федь. Вообще красавчик. Что значит электронные помощники, да? Главное, он не садится. Считай, пол колеса утонуло. И тянет, тянет, тянет. Вообще отлично. О, он даже назад поехал. Красавец. Здесь уже работает лебедка. На данный момент. За дерево, лебедочка. И потихонечку. Вот таким образом лебедочкой автомобиль выезжает легко. Opel Frontera. Вот здесь он по клиренсу не пройдет. Сейчас он упрется клиренсом и все. Вот. Не, пока. Ага. Ладно, давай, выезжай, хватит. Давай, выезжай. Все, все. Ой, блядь. Хрена себе, скользко. Ты свой монопривод заснял? Не знаю. Давай, закап. Сам шмякнулся, но скользко. Рекс, ты-то куда? Вот сейчас там он, сейчас вот там он и останется. Молодец, смотри, сейчас рядом. Все. Пошли! Прижимайся. Ты смотри, вот там что-то еще получается у него. Ах ты, смотри, как интересно. Смотрим Infiniti.
Охренеть. Леха, ты что делаешь? Кальян. Это кальян такой? Да, сейчас соберу я его. А с чем? Надеюсь, с правильной травой? Конечно, самый правильный. Что ты не сделал? Мало что поесть. Два троса, правильно? Да. Выдержит? Должно. Приварено. Я думаю, прям наглухо, да. Давай. Двумя машинами. После. Вытаскивать будем. Че после? После последнего раза, как туарег дергал, да. Теперь только наглухо приваривать. По-другому никак. Рассказывай про машину, Наташа. Я знаю, что ты ее сама делала вроде как, да? Восстанавливала. Это Такума приехала к нам с Симферополя. Она является победителем моего проекта «Rebuild с Натали». Но, если честно, непонятно, каким чудом она к нам доехала, потому что состояние у нее было ужаснейшее. Клиренс был практически как у десятки. Ну, то есть вы ее задрали, да, клиренс? Мы задрали ее прямо сантиметров на 40, ну, с учетом колес еще. Расставки поставили, поменяли все усиленные рычаги, усиленная, ну, подвеску там всю, короче, поменяли тоже. Ну, колеса, я смотрю, тоже хорошие, да? Колеса, да, спецзаказ был. На заказ покупали. Вот. Вес, по-моему, 1600 тонн. Она очень легкая. Да, мощный, да. Двигатель, легкий вес. Двигатель 4GR. И хороший клиренс. Угу. За счет этого вот хорошая проходимость этого автомобиля. Зимой по снегу идет вообще, да, красотка. Мы снимали уже его. Прям идет вообще. Сколько идеально. Пытались его засадить, не получается. Вот он как будто бы он сейчас засел, сейчас он выйдет. Нет, ну ты давай хоть покажи. Да, нет, ты же можешь выехать. Нет, давай, давай, сейчас. Чуть-чуть, пока. Взад-вперед прям чуть-чуть. Нам надо, чтобы ты выехал. Он выйдет сейчас. Езжай, езжай, потихоньку. Чуть-чуть. Закапывается. Нам сказали, что эта машина не может нет, застрять. Нет, он выйдет, выйдет. Давай, давай, давай. Туда-сюда, давай. И вперед, вперед. А нет, уже, смотри. Не-не-не, нормально, нормально. Вперед, чуть-чуть. Чуть-чуть. Нет, да, сильно. Да. Назад. Да, не специально, вот говорили. Да, машина хорошая. Елы-пал, здесь пройти нельзя. То есть на холостых ходах автомобиль здесь не проезжает. Ходом, когда идешь, да, конечно, по инерции машина выезжает. Thank you.
я сидел. Да не может быть! А у него нет диагонала. Клиренс выше. Ну здесь бесполезно, ребят. Здесь грязь такая смачная. Это болото, наверное. Ну все. Теперь ее вытаскиваем. Все. Никто не проезжает. Никто не проезжает. Вот это место. Жестко. Чуть-чуть не хватило. Забыл блокировки включить, наверное. Да, я на заднем приводе же ехал. Погода сегодня классная, солнышко. Хотя, по прогнозу, дожди уже второй день. Все, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну и всем пока.